Аграрный сектор и агропродовольственная система сегодня переживают один из труднейших периодов своего развития в связи с пандемией коронавируса. Кризисные явления затрагивают как экономическую, так и социальную и другие сферы этой системы. Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях эксперт сельского хозяйства Алмазбек Жумабекович Садырбаев. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, Азалия. Давайте начнем с того, что сегодня вы являетесь самым активным животноводом Алматинской области, который обращает внимание на все вот, тонкости этой системы. Угу. Переживаете, болеете, какие-то связи с министерством и между овцеводами и вообще другими животноводами как-то налаживаете, проблемы озвучиваете. Вы самый такой активный пользователь социальных сетей. Расскажите, с чем это связано, что вы вот сами взялись вот за эту работу? Так, ну, вопрос очень интересный. Получилось так, что эти социальные сети пришел не из-за того, что мне нужна была некая там известность, популярность или что-либо еще такое, да? Вроде бы Facebook такой консервативный, и там все такие утонченные, все там думают о высоком, о политике, все прочее. Ну, я после государственной службы, как ушел в сельское хозяйство, ну, требуется какая-либо аудитория, думаю, ну, чем я занимаюсь, кому же интересно? И начал там потихоньку публиковать, чем занимаюсь. Ну, конечно, у меня была специальная особенность, что я не как все занимался. Я занимался животноводством, овцеводством с научной точки зрения, да, с наукой, то есть передовые технологии. И я это начал размещать. И вот чисто так органически вокруг этих моих публикаций, вокруг моей страницы начала собираться аудитория. Кто-то где-то советом поможет, кто-то что-то спросит. Ну, само по себе вот на сегодняшний день наша аудитория, это не только уже моя, моей компании, всего, это уже более 200 тысяч человек. Мы и в Телеграм, мы и в Инстаграм, мы еще в Ютубе, мы, ну, везде, где только можно. Потому что современный метод донесения информации, самый актуальный, самый доступный, это социальные сети. Даже просто сайты, да, как бы они тоже электронные версии же, да, информационных носителей, даже они отошли на второй план. Рядом с социальными сетями. То есть уже само по себе раньше как бы жизнь делалась на офлайн и онлайн. Сейчас вот эта граница абсолютно размыта, ее нету. И поэтому я ее не распределяю. А это у меня что-то онлайн, а это что-то офлайн. Я здесь должен делать так, а здесь так. Нет. Сейчас вот все общество, весь мир вот превратился. И самое интересное, многих, оказывается, волнует вот именно животноводство. Да, да, угу. Да, да, да. Вот почему столько вопросов вот вокруг этой отрасли? Так, ну, раньше была шутка, что если хочешь потерять деньги, то это самый надежный способ, это сельское хозяйство. Но вот даже вот у вас, и сейчас это актуальная тема этого насчет пандемии коронавируса, даже вот сейчас она показала сельское хозяйство свою живучесть. Наши предки переживали не такие пандемии, не такие войны, не такие, я не знаю, мега-супер катастрофы. Они переживали еще более страшные, да, там, я не знаю, там чуть ли не треть населения, наверное, нашей, ну, в том числе и планеты Земля, да. Но самое главное, как говорят, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Угу. Да? То есть сельское хозяйство. Мы выявили что для себя вот в этом коронавирусе? Как бы и мы, общество, и правительство поняло, оказывается, самое важное для человека, это самое простое, здоровье и продукты питания. А бьюти-блогеры, там еще что-то и все прочее, это на третьем, пятом, десятом плане. Поэтому это самый надежный, самый, если смотреть со стороны, инвестиционно привлекательный. Да, у него нету таких супер доходов, как в Форексе и все прочее, да, но свои гарантированные 20-30% прироста в год он сельское хозяйство дает надежно. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 400109, код города Талдыкурган, 8-72-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Письменно, голосовые сообщения не озвучиваем, только письменные. Звоните, пишите.
Здесь появляется вопрос. Смотрите, сфера сельского хозяйства, вот вы уже разъяснили, что эта сфера самая такая надежная. Ага. Однако каждый год в этой отрасли постоянные проблемы. Я давайте озвучу последние проблемы, которые касаются субсидирования. И именно субсидирование, которое вызвало... Шквал такой, да? Вообще, я бы сказала, всеобщее недовольство. Что вот это можно развивать, столько до денег выделяется, например, свиноводство, тогда как овцеводство получает меньше. Тогда как вот жители Казахстана больше потребляют баранину, говядину и так далее, но меньше потребляют свиноводство. Однако другие эксперты утверждают, что свиноводство, спрос на свиноводство в других странах, поэтому на экспорт люди должны работать. Хорошо. Ваше мнение как эксперт? Я разделю ваш вопрос на два этих подвопроса. Да? Первое. Насколько финансируемо свиноводство? И насколько, ну, из-за вот этого вот, это получился некий такой хайп в интернете, да, где в хайпе вот сам есть информационный бум, но ее в корне неизвестны, да, то есть корни известны не оказались из-за того, что ваш коллега Максат, да, затронул очень важный вопрос, он собрал целую аудиторию, там были 5-6 спикеров, да, из 5-6 спикеров ни один не был подготовлен к данному вопросу, потому что там... Это не просто слова, там должно быть четко рассказано о деньгах. Да? То есть, первое, на свиноводство выделяется 140 тысяч тенге на одну голову. На линии наш телезритель. Давайте ответим и продолжим. Давайте. Это очень интересная тема. Мы вас слушаем. Алло, вы слушаете? Задавайте свой вопрос. Вот у нас 26 лет уже как перестройка началась. Вот. 26 лет мы берем с полей урожай пшеницы, кукурузы, ячменя, сои. Вот. А почему вот эти поля удобрения не видят? Это уже... Вот почему? Вот вы давайте это самое, создайте комиссию и с этих спросите, сколько они закупили удобрений, сколько внесли. Это чтобы не было голословно. Спасибо большое. Спасибо. Хороший вопрос. Этот вопрос тоже касается субсидирования. Да? Почему? Потому что получилось так, что есть меры государственной поддержки, которые мы называем субсидия. И сейчас на свеклу, на сахарную свеклу, на какие-то позиции выделяется субсидии. Да? Все идут заниматься этим. Да? А на что не выделяется, этим не занимаются. Вот вместе с тем, вот с теми неорганическими видами удобрений и всего прочего, да, которые субсидируются, вместе с тем есть и неорганические, да, которые гораздо более, ну, эко, что ли, вот, оно более полезно человеку. Да? Она легко доступна, но ею не занимается. С одной стороны, здесь получилось, что искажена реальность. Это где-то ошибки, перекосы в агрополитике. Мы должны вынуждены это признать. И сейчас вот наш коллега задал вопрос. Да, если что-то есть, там первое, что влияет? Компетенция нашего фермера, да? Его знания. Второе, надо знать, что с этой землей, какой его химический состав. Какой из фермеров когда-либо делал последний раз химический состав, да? Сколько в нем азота, фосфора, всего третьего. Третье, компетенция нашего фермера при оформлении документов и подаче субсидий. Это для него вообще драма. Да? То есть это ему надо быть абсолютным владельцем компьютера, сесть там через свой ЭЦП и все прочее, оформить заявку и подать. И пятое, кто эту услугу оказывает? Государство, эти управления сельского хозяйства и все прочее, районные отделы, да? К ним масса вопросов, к ним масса нареканий. Значит, система выстроена неправильно. Из-за этого вот я чувствую по голосу Ахсакал, да, он видел, может быть, тот постсоветский период, огромное внимание уделялось этому, а сегодняшний день вот так. Ну что поделаете, это агрополитика. И она искажена. Она искажена была опять же из-за того, что со стороны государства было ошибочное мнение. Ну зачем нам это сельское хозяйство, да? Мы привезем оттуда-то и все прочее, и все прочее. Дешевле обойдется. Да, дешевле обойдется. А сегодня что показало, когда весь мир оказался закрыт? Никто нам ничего не привез. Каждый думает о благополучии своего собственного гражданина. Те же узбеки, киргизы, китайцы. Понимаете? Вот. И сегодня вот эти последние два обращения президента
в них именно особым таким статусом начинается все с сельского хозяйства. Mm-hmm. Наконец-то и общество поняло. Да? С другой стороны, фермеры были не поняты и обществом. Ты когда говорил, да, я фермер, на тебя смотрели, ну, какой-нибудь колхозник. А сегодня, когда ты говоришь, я фермер, все, а, ты фермер, а что у тебя есть? Понимаете, вот. Это своего рода уже кормилец. Да, да, это кормилец. И вот эта пандемия показала реально, что казахский фермер сегодня скормит страну. Как бы худо, плохо, бедно, может быть, где-то качество, может быть, уступаем тем же узбекам и все прочее. Но бербер все равно казахский фермер кормит нашу страну. Первый вопрос, который у нас был, что это было? Мы прервали. Ну, по поводу субсидирования свиноводства. Да, по поводу субсидирования свиноводства это получился полный хайп. Выделяет ли на одну свиноматку 140 тысяч тенге? Да, выделяет. А выделяют ли на овцеводство деньги? Да, выделяют. Но там кто-то должен был сказать, оппонировать. Ну, извините. Допустим, мы в этом году заложили, Минсельхоз нас поддержал, на одного племенного барана мы заложили 150 тысяч тенге. Там как раз речь идет и тоже о свиноматках, которые экс-импортные, очень хорошие, дорогие, которые вот несут свои какой-то потенциальные хорошие гены. Да? Mm-hmm. Но ладно, не будем, как бы здесь показалось визуально, свинью сравнивают с овцой или жалкоменен. Mm-hmm. Да? Давайте разобьем на деньги. На все свиноводство в 2018 году было выделено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. 2,1 миллиардов тенге. Да? На 2019 год закончили тем, что 0,9 миллиардов. То есть 2,1 и 0,9 – это уменьшение. Хорошо, можно посчитать, да, это уменьшение, но все равно, почему свинья и овца, и жилклар, вот они на ряд стоят? Ну, извините. Давайте смотреть на овцеводство. Если на все свиноводство выделяется около, как я сказал, 0,9 миллиардов тенге, на все овцеводство выделяется 11 миллиардов тенге. В этом году это увеличит на 15-17 миллиардов тенге. На коневодство выделяется 5 миллиардов тенге. Mm-hmm. Понимаете, тут получилось то, что вот этот, услышали 140. И показалось, и, что это очень много. Да, и показалось это много, но извините, получается на свиноводство из всей системы животноводства, да, там 5 направлений, да, из всей эти пятерки свиноводству достается только 2%. 98% это птицеводство, скотоводство, коневодство, овцеводство. И только 5% свиноводство. Так что здесь такого особого перекоса нету. Но государство тоже не может закрыть. Просто все свиноводство наотрез закрыли и все. Да? Почему? Потому что эти инвестора, я знаю вот этих крупных, которые занимаются свиноводством, да, это же инвестора. Они поляки, еще кто-то, может местные казахи, да, они пришли, вложили свои деньги. Но государство, когда пришел инвестор, даже пусть это казахстанский инвестор, он вложил деньги, государство ему должно гарантировать. Да, мы тебя поддержим, ты свои деньги, которые ты вложил, ты отобьешь, мы тебя поддержим и все прочее. Ну и еще один подвопрос, там это из многих уст прозвучало. Я не знаю, это хорошо или плохо. В данный момент у нашей страны, у Республики Казахстан, есть огромный шанс. Шанс завладеть рынком Китая. Каким образом? 2020 год, 2019 год, конец, второй. В Китае случилась африканская чума. И они вынуждены были уничтожить 80% свиноводства. На долю Китая приходится 55% всего свиноводства производства в мире. У них очень большой дефицит вот этого животного белка, понимаете? Животного протеина. И сейчас, пока они вот эти, которые миллионные поголовья потеряли, да, пока они восстановят, это, по-моему, ФАО посчитало, да, что для восстановления собственного поголовья животных, в том числе и свиноводства в Китае, уйдет еще 15 лет. Угу. Пока они вот это возместят. Пока они возместят, у Казахстана есть, ну пусть... Возможность заработать. Да, возможность заработать. Здесь почему вот как нет? Раз пишут это, зачем мы будем кормить чужую страну, зачем Казахстану разводить свиноводство, пишут одни. Хорошо. А другие, вот давайте сразу два вопроса озвучу. Другой человек пишет, имя не назвал, говорит, что вам они отправляют проблемы по социальным сетям, вам писали, говорит, проблемы.
насколько их проблемы донесены до министерства? У вас возможности отправлять им? Нет, у меня есть возможности. Я буквально каждый день контактирую с Министерством сельского хозяйства, с вице-министрами, с департаментом животноводства. Да, это буквально рабочая обстановка. В рабочей обстановке есть какие-либо вопросы, мы сразу выносим. Но какой именно вопрос? Министерство слышащее, да? Угу. Министерство слышащее. Министерство слышащее, и вот последний, ну, не дай бог, последний, да, вот угу. сейчас, который министр есть, у нас, да, он такой более либеральный. До этого министры у всех каждого крышу сносило, извиняюсь за выражение, да, кто-то по кооперации, кто-то по ангусам, вот так уносило. А этот человек более рационален. Угу. Это надо признать. И мы, вот, я же еще овцеводством занимаюсь в основном, да, и мы, овцеводы, это реально почувствовали. Угу. Мы знаем, нас услышали. И сейчас вместе с тем и овцеводство, и птицеводство, все направления более-менее развиваются нормально. А первый вопрос какой был там? Ну, что вот зачем кормить зачем, чужую да? страну? Да, это валюта. Это валюта. То есть та страна, которая больше экспортирует, да, она более устойчива. Потому что внутренние инфляции, девальвация, все прочее, это создает риски для бизнеса. А когда ты что-то продаешь на экспорт, недаром же политика государства экспортоориентирована, она правильная. Первое, обеспечить свое собственное население, да? По свиноводству я уверен, мы себя 100% обеспечены, по овцеводству мы 100%, по коневодству мы 100% обеспечены. Следующий шаг для них это и выходить на экспорт и нести валютную выручку. Это некая такая независимость, экономическая независимость. А когда мы закроемся, это проблема. Это тоже агрополитика. Скажите, да. на сегодня в агрополитике Казахстана какая самая главная проблема, которая до сих пор не разрешена? Так, самая главная проблема, вы знаете, проблем много. Проблема это, опять возвращаемся, знания. Да? У нас был хороший ресурс, это НПП «Атамекен» прошлые годы через Бастау, все прочее вот продвигали, да, через программу «Инбек». Оно как-то двигалось, а в этом году все заглохло. Почему? Причина коронавирус, пандемия. То есть мы не можем донести знания для нашего фермера или тех безработных, которые хотят найти ну, новую профессию. Да? То есть это столкнулись. Но наша компания этот момент обошла. Мы еще до пандемии, мы даже не подозревали, мы открыли первую онлайн-школу вообще в СНГ, не только в Казахстане, мы в СНГ первую онлайн-школу открыли именно по животноводству, запустились, и тут нате вам, короче, этот коронавирус, и получилось так, что мы сработали, а вместе с тем, ну что, мы маленькая компания, ну пусть не маленькая, да, но мы только свой фронт, но вместе с тем же есть другой фронт, который покрывал тот же самый «Атамекен», те же самые программы занятости, которые через центр занятости проходили, да, и это все оказалось недосягаемым. То есть мы со школьниками столкнулись, да, что им никак, ну, сложно начало, получилось получать образование. Тоже с тем, для фермера самое главное – это образование. Образованный фермер, он даст хороший результат, у него будет эффективный бизнес, то есть знания. Второе – это государственные услуги. То есть те же самые меры государственной поддержки, они должны, не должны быть в пользу какой-то отрасли, а какая-то это… Кинджи была съехала, да, немцы, джитым съехала, да, то есть не должно быть такого. Агрополитика, она должна быть системная, вот как она выверенная. Сейчас вот заканчивается программа 2021, да, с 2021 года надо писать, уже этим занимаются, да, там наверху в правительстве, новую программу до 2025 года или до какого года, я не знаю. Мы, овцеводы, почувствовали на себе, что пока ты не напишешь свою программу, которую защитить правительство, мы написали свою программу на 10 лет. И сейчас ждем, ее нам МСХ поддержала, мы в данном направлении двигаемся. То есть некая системность, вот как вы сказали, каждый год меняется правило, каждый год меняется политика с новым министром, каждый у нас новатор, это в любой системе. То есть ну, должна быть вот такая жесткая вертикаль, вокруг которой надо строить агрополитику и выбирать направление. То есть а самое главное что? Обеспечить собственное население. Второе, обеспечить занятость на селе. Третье, экспорт. Все, там много чего не надо. Тогда, как вот пишут в этой программе «Енбек», я, говорит, животновод, в этой программе «Енбек» нету вот именно направления, чтобы помогать нам обеспечить
это, трудоустроить безработных. Я животновод, мне нужны, например, скотники, трактористы и так далее. Это вы вот, знаете. Пишут, вот где взять, почему в этот Енбек, это... говорят, между прочим, это вот во время пандемии очень на эту программу был спрос, почему не учли? Донесите, пожалуйста, до министерства. Хорошо, я донесу. Но знаете, тут проблема имеет вторую сторону. Что мы представляем, да, вот данный обращается к нам человек, что у него есть, да? У него, я предполагаю, где-то в хозяйство Дерденбрежерова, да? Там баня есть, нет? Хозяйство и так в горах где-то, ну, чтобы... Ну, да, ну, мы говорим с вами, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что у любого фермера, да, нету условий для своих работников. Если бы у него были условия, как у Бауржана Оспанова, да, мы сделали, я же вам сказал, каждый день 2000 человек обращаются ко мне, звонят в колл-центр, чтобы устроиться к нему на работу. Почему? Потому что он там создал рай для животновода. Вот, когда любой фермер создаст условия и сделает оплату высокооплачиваемой, а не 50 тысяч от Енбека и 50 тысяч от меня. Это, на это никто не пойдет. Сейчас современному человеку надо электричество, ему нужны удобства, конечно, ему нужен интернет, его дети должны быть при нем. То есть это ошибка, это перекос всей нашей системы животноводства, сельского хозяйства, которое у нас называется на экстенсивный метод. Мы занимаемся тысячелетиями. Біздің бабаларымыз тысячи лет как овец пошли, да? Почему-то мы двигаемся на современных Тойотах, пользуемся айфонами, да? Но для нашего овцевода чабана не придумаем условия. Да? Он должен как тысячи лет от камня валып и должен вот под жарой, под солнцем, в холоде ходить. Да. А на такое место никто не пойдет. Поэтому любой фермер, который я обращаюсь к ним, да, если вы хотите, чтобы у вас были работники без проблем, ради бога, создайте условия и платите хорошую зарплату. Но в нашей стране не каждый Бауржан Оспанов, не у всех есть такие деньги, чтобы создать такие максимально комфортные условия. Вы, например, овцевод, вы тоже являетесь главой крестьянского хозяйства. Что вы сделали с своим работником? Хорошо, спасибо за вопрос. Что мы сделали? Мы в этом году, это для этого не обязательно быть Бауржаном Оспановым. Бауржан Оспанов, он просто человек со знанием, он привлек людей, да, ему вот эти все просчитали, экономисты и все прочее, и он сделал это масштабно. Но каждый казах это Бауржан Оспановтың мыңнан бір бөлігі дейік. Да? Пусть мың айналса, бір казах бір айналсын. И вот он должен создать такие условия. Он создал там, я не знаю, целый агрокомплекс. Да ты свою фазенду сделай нормально, хозяйство сделай нормально. Чтобы у тебя там были условия, чтобы у тебя было там электричество, у тебя была нормальная баня, чтобы у тебя интернет ловил. Понимаете, вот об чем. Мы сделали что? Мы уходим от экстенсивности. Я это пропагандирую уже года три. И вот самым первым я подаю пример. Для этого мы в Уштобе, в Каратальском районе, взяли землю, 200 гектаров. И на этих 200 гектаров я буду содержать 3000 голов овец. Это уму непостижимо, потому что везде, ну, у кого 500 голов овец, у него должно быть 2000 гектаров земли. Да? И за ним вот чабан должен ходить. А я вот услышал, узнал, увидел, поехал, ознакомился с теми условиями, что делают на Западе, в Европе, в Австралии, в Штатах. Да? Они создают исключительные условия для своего работника. Исключительные. И когда я плачу своему работнику условно $1000, тот же самый мой коллега в Австралии, он платит $70,000 в год. Я плачу $10,000 в год. Так вот, если я начну здесь любому казаху, да, платить хотя бы $20,000 в год, он меня кукэ-кукэ и будет на руках носить. Конечно, и работа будет качественная. Да. К сожалению, до конца осталось немного. Ваши пожелания нашим телезрителям вкратце. Ой, так, первое. Все животноводство, все держится на трех китах. Это кормопроизводство. Без этого ничего не будет в животноводстве. Второе – это менеджмент, то есть это образование, это маркетинг, это продвижение, это выносите на полку, как говорит наш президент. Да? И третье – это генетика. Без этих трех китов абсолютно невозможен современный, эффективный сельскохозяйственный бизнес. Учите азы, матчасть. Все, спасибо. К этому вы призываете. Да, и менің тілеуім әр қазақ бай болсын, бай болыңыздар. Ну, дай бог. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания.